Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему.
А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».